Вечера доброго. Сегодня есть прям совсем прям такие новости, прям короткие-короткие, поэтому сейчас прям минуту у вас займу, всего лишь времени и больше не беспокою. Просто кто-то меня спрашивал, какие будут оправы, поэтому я сейчас говорю. Так, заказной бритве. Это венги. Какая из них, уже не вспомню. Ладно. И к остальным. Хотел, конечно, я подешевле сделать бритовки и поставить попроще оправы, но, блин, мне так клиночки понравились, что, ну, да фиг с ними, сделаю я подороже. Зато, ох, да, картинка будет. Ну, ладно, тут... Быстро, конечно, материал заканчивается. Блин, зараза, дорогой. Ну, оно того, наверное, стоит. У меня вот уже многие отметили. Вадим меня тоже отметил. Я так сейчас не буду, не смогу кого-то вспомнить, кого-то неправильно назвать. Поэтому не буду уж точно говорить. Прям кто отмечал особую красоту вот таких оправ из этого материала. Плюс, я считаю, классика. Вот, они отполированные. Шикардос прям полный. И поэтому как будто что-то написано, да? Вязью арабской. Ну, ладно. Давайте я все-таки, чтобы представление иметь, что там в итоге получаться должно. Вот как-то так. А то как-то как по воде вилами, что ли, правильно сказать, да? Такая будет яркая бритвка. И такая какая-то, как будто с глубин морских радиоволны. Ох, как я сказал. Вот так вот это будет все выглядеть. Все. Новостей больше никаких. Ой, что я делаю? Что я делаю? Не той стороны. Не с той. Вот так она должна быть. Кстати, вот она и есть. Та самая оправа вот именно к этому клиночку. Все, новостей больше нет. Получил маленький заказ на Европу. Сейчас уже начал его гнать. Он простенький, поэтому быстренько его прокатаю. И думаю, что не заставлю вас ждать долго вот с этими вот бритвами. Но торопиться тоже сильно не буду, чтобы никаких допускать ошибок, то есть, чтобы правильно оправу собрать, там, правильно заточить, чтобы все красиво было. И чтобы всех только радовали бритвы, потому что, ну, если сейчас буду торопиться, нет никакого смысла, так как их сейчас вот эти вот остальные бритвы никто особо-то не бросится покупать, явно, как у меня это принято уже, да. Поэтому я подумал, что нет смысла торопиться и буду делать все аккуратно, тщательно, правильно. Вот, планомерно так вот. Все, на этом все новости. Спасибо за внимание. Увидимся.